Дверь с ноги, как говорится, крыть вещает, и сегодня специально для вас я покажу новый способ заработка на Блэкраше, благодаря которому даже бомж сможет поднять огромные деньги. Поэтому смотри видеоролик до самого конца, а я желаю тебе самого приятного просмотра. По традиции подводим итоги прошлого конкурса на 5к доната, и победителем становится вот этот вот челик. Отпиши мне в ВК в течение дня, чтобы забрать свой приз. Ну а если ты хочешь уже в следующем видео стать победителем и забрать также 5000 рублей доната на любом сервере Блэкраше, то прямо сейчас тебе нужно скачать Блэкрашу по первой ссылке в описании. Далее нужно зарегистрировать обязательно новый аккаунт на Черри. При регистрации нужно ввести мой ник Create Gaming, а при достижении второго уровня нужно будет активировать мой промокод хэштег Create. Важно уточнить, что условия для каждого конкурса нужно соблюдать отдельно. То есть хотите вы выиграть в этом видео, выполняйте условия и ждете результатов розыгрыша. Захотите в следующем видео, тоже заново все условия повторяете. Ну а я, как всегда, пожелаю выиграть именно тебе. В принципе, ты можешь начинать играть и развиваться на любом сервере Блэкраше, но вот лично я играю на Черри, поэтому именно для игроков Черри сервера буду делать подробную инструкцию. Ну а если же ты играешь на другом сервере, то уже подстраивайся как-нибудь. Плюс еще от меня новым игрокам Черри сервера будут выданы некоторые плюшки, поэтому если желаете легкого и быстрого старта, добро пожаловать на Черри сервер. Изначально мы появляемся то ли на вокзале, то ли просто на спавне Юшка, Батырова, Арзамас, неважно. Главное, что везде, где спавнятся игроки, есть такой пикапчик под названием «Квесты для новичков». Для нас это очень сейчас важно. Да, выполняя эти квесты, вы не получите самых больших денег в вашей жизни, но за выполнение этих примитивных квестов вы получите очки XP, то бишь опыт. И это крайне важно, ведь на начальной стадии игры нас ограничивает очень сильно наш игровой уровень. На низком игровом уровне мы не можем устроиться на нормальную работу, мы буквально на первом уровне даже не можем зайти в ФАМУ. Поэтому в первый час игры вам нужно отправиться на шахту, там заработать первые 1000 вертов. Далее нужно отправиться в автошколу и там сдать на права. Затем нужно пойти в магазин одежды, там купить самую дешевую одежду. Потом нужно пойти в 24/7, там себе прикупить симочку, за что еще получить деньги на халяву. И в конце просто купите себе аксессуар, ну то бишь очки, самые дешевые за 10 000 вертов, за что вы в принципе получите уже конкретно второй уровень. Кроме того, что на втором уровне у вас открываются две новых работы, это курьер и автобусник. На эти работы вы можете устроиться в правительстве, но они низкооплачиваемы, поэтому я бы на них тратить время не стал. У нас открывается возможность зайти в ФАМУ. А для новичка хорошая ФАМА будет мощным бустом в развитии. Так что для зрителей и подписчиков нашего канала я предлагаю вам приютить вас в нашей ФАМе под названием Create Вещает. Мы расположены именно здесь, рядом с техцентром, рядом с Рублевкой и на границе Арзамаса. Мы живем в квартирном доме Арзамаса, и рядом же расположен мой 24/7, в котором мы закупаемся. Короче, в этом регионе вы можете встретить любого члена нашей ФАМы, и он вас может пригласить в ФАМу. Ну а сзади моего 24/7 расположена наша стоянка автопарка, где вы можете заспавнить машину, которая вам понравится. Дополнительно на Черри сервере работает мой промокод под названием хэштег Create, вы его активируете и получаете 15к вертов на халяву. После чего я вам посоветовал бы проходить Black Pass, потому что если мы посмотрим на те задания, которые нам предлагает игра, то мы увидим, что эти квесты можно выполнять очень быстро. Например, просто посетить казино, или посетить банк, или же создать себе свой банковский счет, и за все это мы будем получать по 5000 вертов. Тем более, что каждый день задания обновляются, и каждый день можно вот так вот по 25-30к вертов фармить очень быстро. Далее, накопив примерно 100 тысяч, 150 тысяч вертов, можно уже идти на авторынок перекупать
тачки. И если же вы хотите прям люто подняться, то вы можете задонатить буквально рублей 50. При X2 акции эти 50 рублей превратятся в 100 рублей доната на Блэкраше, и за эти бабки вы сможете купить себе 10 зазиков в донат-меню по 10 рублей доната за каждый. И вот эти все зазики вы можете потихонечку возить на авторынок, и там уже эти зазики, на которые вы потратили всего лишь по 10 рублей доната, сможете их продавать по 30, 40 и тире даже 45 тысяч виртов. Короче, если вкинуть даже 50 рублей на Блэкрашу и грамотно ими воспользоваться, то можно получить, 350 тысяч в среднем. Также со временем у вас будет пассивно качаться ваш игровой уровень, и если вы его докачаете до 8, то у вас откроется возможность работать на стройке, а уже на стройке довольно большие бабки крутятся, потому что владельцы СК очень часто выдают премии. В общем, если эффективно работать в строительной компании и забирать самые большие премии, плюс выполнять все задания в Блэкпассе и не забывать о перекупе на авторынке, то вы сможете зарабатывать больше 1 миллиона виртов в день, и это больше, чем реально. Именно таким способом самые влиятельные игроки, которые сейчас есть, поднимались на Блэкраше в свое время. Поэтому дерзайте, ведь все в ваших руках.